Ядерная война в 86-м. Походу я что-то пропустил. Для служащих и военнослужащих 58. Бункер. Ох, прикольно. Тридцать лет спустя. День 10998. 30 лет от какой? 2016? Да. Так, нахожусь я в каком-то бункере. Просто камера показывает нам здесь палаты. Должен снова это сказать, Джон. Не оставляй меня одного, мама. Ладно, я, наверное, не буду читать. As long as I don't go outside, I'll be safe. That's it. Good boy. What time is it? Bleeding time, Mum. Yes. Руководство по эксплуатации убежища. Остров сокровищ. Библия. Ох, можно даже выбрать то, что ей почитать. Ничего себе круто. Но сыночек ей 2 раза повторял, что типа пока я остаюсь в бункере, со мной все будет хорошо. И что, руководство по эксплуатации читать? Ну давайте остров сокровищ почитаем. Позитивчик. Was concealed by the time behind another trunk. I think my food. Watch. Mum. Да, довольно-таки грустное начало. Но актер играет хорошо пока что. На десяточку. Распорядок. День 11. Не, 11109. Медицина, витамины, дозиметр. Радио, уровень радиации. Еда, мама. Медицина, витамины, дозиметр. Так, ну, витаминчики, значит, берем.
Шприц это или что такое? Забавно. Radiation is just over 70 mR. That's acceptable. Радиация на уровне 70 микрон. Дозиметр сделано. На радио. Но могу сразу сказать, я в игры такого жанра не играл. Только как в какой-нибудь Конго, наверное, в детстве. Что у нас там по радио? Тишина. Радио покрутили, хорошо. Уровень радиации. Так, включить, наверное, нужно. Региональное правительство. Целых 34 мегабайта свободно. Время в бункере. 11 тысяч дней. Выживший один. Что значит один? То есть наш герой один выживший? Измерить уровень радиации в бункере. Кислород, температура, бойлер, сервер, вода. Все в норме. Bunker radiation is normal. Good. Good. Наверное, сначала их было много, и герой остался в итоге один. What delights do we have today? Что же у нас вкусного? И унитаз показывает. Что в этой коробке? Peaches. My favorite. Персики. Много-много банок с персиками. 27 years, 3 months and 14 days of food left. Перезагружается наш герой. Как так можно вообще есть на унитазе? Ну, правда, я в бункере не жил, не знаю. Может быть, там так делают все. Ох. Обмотал покрывалом каким-то. Жуть. Ой, жесть, качка какая. Рисунок он нарисовал для мамы. Какие-то цветочки. Ромашки. Жесть. Если бы она вскочила, сейчас я бы обделался. Библия. What shall I read to mom? Что почитать маме? Ну давай Библию почитаешь. Там остров сокровищ читал. Cast thy bread upon the running waters, for after a long time thou shalt find it again. Give a portion to seven and also to eight, and thou knowest what evil shall be upon this earth. If the cloud be full, they will pour out rain upon the earth. If the tree fall to the south or the north, in that place, soever it shall fall, there shall be.
День 11109 завершен. Распорядок на день сделан. День 11110. Обалдеть, он там живет. То же самое? То есть это все, чем он за дня в день занимается? Жуть какая. А, на автомате уже берет, это хорошо. Radiation is nearly 80 mR. Ох, радиация повышается. Было 70, уже практически 80. Может быть, по радио сейчас поймает какой-то сигнал. Нет, проверяет система. По-прежнему один выживший. Измерить уровень радиации в бункере, да. Пока все в норме. Еда. Снова на горшке ест. Его любимые персики просто. И насквозь проходит. Любимая еда. We had a dreary morning's work before us. There were no sign of any wind, and the boats had gone out, unmanned, and the ship wrapped 3 or 4 miles. Остров сокровищ читает сейчас. Другую книжку. I volunteered for one of the boats. Жесть, как он три там с рождения получается, это принёк вообще мир это не видел. Ну, то есть мужичок уже 30 лет в бункере. День 1111. Медицина, витамины. И сейчас радиация, наверное, уже зашкалит у него сильно. Да, уже за 80 перевалило. Radiation is over 80 mR. Снова по радио ничего не поймал. Системная ошибка. О, что-то новенькое. Пожалуйста, ожидайте. Идет анализ. Сбой сервера. Воспользуйтесь руководством. И номер руководства. Первый раз, наверное, за 30 лет. Комп повис. If I find the manual, I can fix this. Руководство. Что за фигурки-то такие? А, из дерева навырезал человечков. What do I do, mother? Это у всех обитателей бункера, а сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. My old diary. Today it is my birthday, and I have had extra peaches, my favorite, and there was a candle. Mom gave me this book and some pens. Look, here are the colors.
Vera sang me a ring a ring of roses. She said she was crying because she is happy. It's my birthday. And then she and PJ and Louie and Mum sang me happy birthday, but not too loud. I blew out the candle. This book is going to be my book about my friends. Today I will start a new friend. He will look like this. He will be a soldier because I have a general, but I need a bigger army. I've got a block from the map room, but I had to hide. Mr. Bishop was there. He nearly saw me. Детская he was shouting. Нашего he героя says дневничка. I am a waste. I think he is a waste. We had ham today. It is sort of pink and sticky. It is better than sardines, which are the worst. Mum has made my knife sharper so I can finish off doing my soldier. She says Rocky was the best at winning fights, so that's his name. I finished Rocky, so here are all my friends. I don't need new underwear right now. Так, во втором ящике у нас белье, в третьем ящике. The manual. Вот. Руководство. 300 страниц. Руководство гласит, в случае неисправности сервера, объявите о выключении электросети на время устранения неполадок. Найти электрический щит, расположенный в складском помещении уровня 2. И определить неисправный предохранитель. Найти запасной предохранитель. Отключить питание. Подождать 10 секунд. Заменить неисправный предохранитель. Включить питание. Выполнить проверку системы. В общем, складское помещение уровня 2 нужно принести запасной предохранитель. Все запомнил. Find the fuse box level 2. Но актера классно подобрали, он реально похож на человека, который 30 лет в бункере прожил. Нажмите И, чтобы посмотреть коллекцию игрушек. Мам. Куча времени делал эти руки. Пока только одна у нее игрушка с мамой. I'm not sure I can do this. А все у тебя получится. Не переживай, запасной предохранитель только надо найти. Don't need to change. Так, переодеваться он не захотел. Пойдем. Складское помещение номер 2. Что такое? Закрыто? Ты же знаешь, пока ты в своей комнате, ты в безопасности. Что на него глюки какие-то пошли? Он из комнаты, что ли, не выходил вообще 30 минут? Соберись давай, соберись. Ты сможешь нажать эту ручку. Ха-ха, закрыто. It's locked. Where's the key? Но все-таки смог. Молодец. Он вернулся. Жесть. Так вы же здесь тело лежать-то. Найти электрический щит. Сейчас давай по ящикам полазим. Может, что-нибудь найдешь полезное. Some of my old drawings. Часть старых рисунков. Какой-то межгалактический автомат. И, наверное, вот как раз фигурка его солдатика. Идеального ракета. Дельфин. Еще ракета. Еще дельфин. Не так до бесконечности. А вот и
ключ? Наверное, от той двери как раз. The key. Now I have to leave. Давай в нижнем ящике еще посмотрим. Снизу ничего полезного нету. Прикольно так сделано, на самом деле. Интерактивное кинцо такое. Так, мы на первом уровне. Нам нужно на второй уровень остаться в плоское помещение. Заменить предохранитель. Что такое? А, флешбэк какой-то, воспоминание, как он с солдатиками играет. Taken the spoil supplies off and spit it out. 14 months at best. If we carry on as we are, 8 months. But I've gone over it with Dr. Hart. On bare minimum, we might make 14. And bare minimum means? I didn't like to press him, but scurvy, rickets. Christ. Ben. Then we all just withered away to skin and bone. Maybe I should have just left the hatch open and gone for a nice stroll in the fresh air instead. What do we do? We tell people everything's all right. It's not all right. One whiff of this and you'll have your throat slit over the last tin of peaches. Is that the way you want to die, Sam? Fighting over scraps? We could just cut your wrist now and the rest of us will split your rations. Chin up, man. It's 10 minutes until the next bulletin. Не, довольно-таки хорошо актер играет, неожиданно. Так, а вот уровень 2. Герой как-то и еле-еле спускается по этой лестнице. И эта камера, походу, без звука. Уровень 2. Почему так темно? Ты свет включи. Вот. Еще один флешбэк. Когда-то здесь было много людей. Все работали, не покладая рук. Какая-то девушка ищет своего брата. Ну, искала, вернее. Консоль 6305. Выберите раздел.
Легион отчеты. Последний контакт 17-го года. Припасы на исходе. Склоки. Поставка медикаментов прекращена. Прощаемся. Топливо в генераторе почти на нуле. Но это они еще 3 года потом продержались. 4 октября 96 года. Вера, 46 лет. Причина смерти неизвестна. Результаты вскрытия ничего не дали. Острая кишечная недостаточность, возможно, лучевая болезнь. Личный журнал. Сэм Коллинз. Все будет хорошо. Ладно, может, хорошо. Не самое подходящее слово. Это личная переписка всех, кто был в бункере. Сардина, запах бункера. Уровень 5. Да, ну хотя бы из этой консоли я знаю, что не 2 уровня, только в бункере. Communication from Bunker HQ, Site 3, Corsham, Wiltshire. Prime Minister delivered safely before blast hits. 4013 government ministers and civil servants, including cabinet office, local and national government agencies, intelligence and security advisors logged in. Shortage noted in domestic support staff. Guess they didn't make it. All facilities operating normally. Checks carried out in infirmary, bakery, laundry, kitchens, telephone exchange, storerooms, office space, living accommodation, maintenance areas and workshops. How big is that place? Trust me, you get sent to this sardine tin. Prime Minister unsatisfied with living accommodation. Premier-министр с ними даже был. Twat. Которым был всем недоволен. Радиационные опасности. Уровень 1, комната 1, комната 2, склад, медотсек. Уровень 2. 5 уровень, канализация. А, ну поэтому ей запах, наверное, не нравился. Воздухочистительное помещение. Командный пункт 3. Главный офис 2. Электрощитовая. Где-то рядом с первым офисом. Так, ну здесь 2 двери. Наверное, как раз первый и второй офис, а вон электрощитовая. Ну да, точно. Только один ящик единовременно. Так, здесь какие-то наушники, но в общем не нужно. Нам нужен предохранитель запасный. Что это? Пластинки? Притом какие-то все поломанные. Опасно. I should make the announcement. Нужно сделать объявление. А как ты сделаешь объявление? I need to make the announcement first. Так никого же в бункере нету. Хотя он помешанный на порядке. Ты же один здесь остался. Ему, наверное, не рассказали, что он тут один. Хотя он каждый раз на компе проверял. Так, ну-ка еще раз-то, ну, а где у нас
пожарная лестница, медотсек, с командного пункта, наверное. Это на третий уровень нужно. Пойду по офису полазю, посмотрю. Еще один флешбэк. With the greatest respect, sir, we've been up all night. It's been 10 minutes since I had to cover Vera's face. But and is it radiation sickness? I don't know yet. The nearest proper lab is under 10 tons of radioactive rubble, and I have to make do with a microscope. It's all right, George. We'll run some tests, Mr. Bishop. Is anyone else showing signs? Yes, 6 others. Quarantine them right away. Find out where they не успел. What they've had contact with and what they've been eating. We need a source. Ёлки, тут интерактив прямо внутри диалогов. Надо быть готовым. Не ожидал. It's all right, Camilla. Паренек, наверное, мог что-то еще подслушать. What's the matter? I can't sleep. It's all right. You know, if you stay in your room, you'll be safe. А, ну это его мама, как я понял. I don't like it here. There's nothing I need here. Так, в ящике ничего нету. О, камера. Вроде тоже ничего необычного. Вот он, и как раз вот можно здесь оповещение сделать. Давай. Attention. The mains power is about to be switched off for maintenance purposes. Какой правильный это. Шестой год. Замечание по технике безопасности. Храни королеву в конце. Ну, то есть всякие события здесь просто контролировались, фиксировались в компьютере. Commissioner. Полномочный. Никто его не любит. Еще одну фигурочку нашел. Так, оповещение я сделал. Все. Теперь можно вырубать электричество, и наверняка что-то жуткое произойдет. Наверное, испорченный предохранитель. Какой из них испорчен? Или это вообще не предохранитель? Ну, центральный, допустим. I should turn the power off first. Сначала должен отключить питание. Хорошо.
Давай отключим сперва питание. Locate replacement fuse. Locate replacement fuse. Найти запасной предохранитель. Here's the replacement. Вот запасной. Не пришлось искать, отлично. Продуманные люди сразу в коробочке сверху. Звуки, как это, как Resident Evil. Сейчас там зомбари повылазили. То есть клетки с зомбарями там открылись, они сейчас заполонят бункер весь. Жуть какая. Так, вынимаем предохранитель испорченный. Switch mains power back on. И включаем электричество. Все просто. Оп. Да будет свет. Что за звуки там такие жуткие были, когда свет выключил? Так, возвращаемся, наверное, на первый уровень. Что хотел, он сделал. What's that horrible noise? Почему камера приблизилась? Жуть какая. Не-не-не, вниз я не пойду. Идем наверх. Что за ужасный звук? Показалось, мужик, ничего там не было. Походу, он сам штаны наложил, так это бежит быстренько. Please be okay, please be okay. Ох, мазафака! Мамки-то его нету. И он говорит, пусть все будет хорошо, пусть все будет хорошо. Ну вот это уже интересно. Куда она подевалась-то? Проверка систем запущена. Все в норме. Фильтрация воздуха, ошибка. No. А, нужно найти РБХ костюм, прежде чем отправиться на уровень 4. Что-то там система очистки воздуха. Нету здесь РБХ костюма. А где его тянет? Тут еще и мамка его где-то грозит. Где костюм у тебя может быть? Может быть на третьем уровне где-то костюм? О! Стуфух! Там ее не должно было быть, тылки. Вот она лежит. Там его кровать была. Я уже нафантазировал себе. Так, но здесь костюма тоже нет. Музыка шикарная просто. Атмосферная.
Снова какие-то звуки непонятные. Так, ну давай, дружище, на уровень 3 спускайся. Там, наверное... Так далеко от своей комнаты он еще не был. Давай, ты справишься. Я в тебя верю, мужик, спускайся. Так, можно включать свет. The war room. Командный пункт. Очередной флешбэк. А, вот обычные фигурки. А он фигурки с руками вырезал. So out with it. What couldn't you tell me yesterday? There's no hope for any of them. I don't know. It's not radiation poisoning. The water's clean, the air is clean. It's not the food. And yet the symptoms. I can't shake the feeling that someone is up to something. Damn it, George. We don't have time for your fantasies. You need to figure this out with facts. We don't know where this thing comes from or how it will spread. We have no cause. We have no cure. We just don't have the resources to deal with it. There is no help. There is no cavalry. It's just us. So get yourself together and fix this, do you understand me? Блин, быстрее. Успел. Фигурочку убрал. Ух, прикольно. I'm sorry, Mr. Bishop. I'm just on edge. This place, it's full of ghosts. И в прошлый раз, значит, можно было подольше диалоги послушать. Если бы я там успел, меня бы не сразу заметили. Блин, прикольно. I used to pinch these blocks to make my toys. А, из блоков он солдатик взял. Хитрый как ребенок. Ох. Вест Минстер. Ожидание отчета. Признаны погибшим 5000 человек. Илинг, признаны погибшими. Аэропорт Хитрова, Лондон, признаны погибшими. Какая-то эпидемия или... Нет, даже не эпидемия, там же ядерный взрыв произошел. А вот в бункере у них явно что-то... Эпидемия какая-то зомби. Зовут его Рокки. Самый сильный солдат. Так, emergency. Костюм нужен мне по-прежнему. Пока круто сделано. Мне очень нравится.
оригинальные актеры играют офигенно. Ах ты ж. Что это было? Это же ну явно не флешбэк какой-то. Так, ну костюм я нашел. А почему с топором там кто-то? Нужно восстановить подачу воздуха, кислорода. Что за... Что это было сейчас вообще? Правила техники безопасности превращения с РБХ костюмом. Защита радиоактивных биологических и химических веществ. Прям как урок УБЖ. Защитная одежда. Средство защиты органов дыхания. Противогаз. Средство обнаружения радиоактивного излучения. Счетчик Гейнера. Уровень защиты. Высокий уровень защиты органов дыхания, кожи, глаз от твердых, жидких, атомных и газообразных веществ. Перед использованием убедитесь в целостности костюма. Перед входом в загрязненную зону проверьте все молнии и застежки. Так, все понятно. Это что у нас такое? Счетчик Гейгера, наверное, точно. Так, взяли. Противогаз. Противогаз он вместе с костюмом вроде бы взял. This door only opens in an emergency. Дверь открывается лишь в чрезвычайных ситуациях. Какие-то звуки там снизу доносятся непонятные. Так. Не забудь все молнии проверить. Да чё такое-то опять? Каких там полуживых людей показали еще. Как манечины выглядят. Уровень 4. На четвертый этаж спустились. Как раз здесь находится система подачи кислорода. Здесь полетело. Ну, надеюсь, он все молнии проверил. I can't see anything. Ничего не видно. Наверное, сперва как-то перекрыть клапан. Filtration unit check. Day 18th of October 95. 16-11. Checkpoint BJT. Main filtration unit running okay. Cleaned out and replaced filters. Check back up just to be sure. Readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says. Due to higher outdoor rad than expected. Небольшой рассказик от PG по поводу того, что он заменял фильтры часто. Обнаружено
критическая неисправность. Система фильтрации воздуха. Эффективность фильтра 71. Фильтр неисправен или загрязнен. Немедленно замените фильтр. Снизьте уровень давления. Использует главный клапан. Запасная система фильтрации воздуха отключена. Эффективность фильтра 0%. Так, понятно, фильтр накрылся. Еще одна фигурочка. Кто же их по ящику? Механек. Механик. Исправляет неполадки внизу, где страшно. Accident report. Date 12th of August 92. 1910. Filed by F. Hurley. Ran scheduled test of backup filtration unit. Rad levels way too high on output. Over 500 rem. Red lights across the board. I thought it was a duff filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower X duct. God knows how it got in. Might be a hairline, or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, resealing, and decontaminating the whole. Но Бишоп, походу, это вояка, наверное, который явно здесь какой-то эксперимент проводил. Давай, интерактивчик пошел. Нажимать много раз надо. Ха-ха, забавно. Сразу тишина такая. Ничего нет уже. Такое дыхание еще. Он нагнетает. Опа. Превышен уровень радиации. Судя по ручке, это рабочий фильтр у нас. Он вроде бы новенький. Сперва нужно избавиться от испорченного, как я от него избавлюсь. На, вот, наверное, утилизировать можно. Thank you.
Такая дверца тоже, конечно, в полуразрушенном состоянии. I think I could use these to fix the unit. Вот, отлично, новенький. Сразу счетчик перестал дребезжать. Вроде сработало. I need to turn the pressure valve back on. Нужно снова открыть вентиль. Странно. А, нет, на лестнице уже. Аккуратней. Не падай так. Какой-то рубильник еще дернул. Да и руку, походу, сломал. У него там еле держится рука. Что за флешбеки такие? Сможешь. Соберись силами. Медотсек тебе нужен. Второй уровень. Медотсек на первом, по-моему, находится. Радиация как-то на руку еще попала, хотя вряд ли. Чего это там с рукой? Давай посмотрим. Thank you.
есть, но точно сломала кость торчит. Так, уже началось. Давай. Что там? Как в таких случаях, что нужно делать? Подышать кислородику. Успокоиться. Ты угораешь, что ли? А, да ну нафиг! Чё, так и нужно действовать при переломах? Охренеть! Vomiting, bleeding, diarrhea, liver failure, it's got to be. It can't be radiation sickness. Look, these... Of course it can! This place probably leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder. No one thought there'd be a real war. I know Bishop said that we'll be safe here, but honestly, George, do you believe him? I'm sorry. No, don't worry. We've all been under a lot of pressure. Margaret, where's the Lindane ointment? That top left. You and Evelyn had it for Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have... What is it? Nothing. It doesn't matter. Что там с ним творилось-то в бункере в этом? Не, ну кость, конечно, он жестко выдавил. Он так играет, как будто ему реально руку сломали. Так, перемотать руку надо. Реально для съемок в этой игре ему специально руку сломали, чтобы он так играл. Интерактив, перевинтовка сломанной руки. Да, там боль, конечно, невыносимая. А, ну он там вентиль какой-то же сбил лестницей. Ох, радиация. На первом уровне. Предупреждение. Главная система фильтрации воздуха отключена. Уровень радиации повышается, немедленно покиньте бункер. Ну да, радиация до 500 просто.
Чё это было? Он как будто увидел кого-то. Радиация. То есть он так посмотрел сейчас, как будто там кого-то увидел. И еще и оглядывается туда. What the fuck? Door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Seal that door immediately. Чего у них там за приступы-то? Бешенство какие-то. Ну теперь-то можно посмотреть, что в той комнате? То есть либо на выход, либо посмотрим. Ну конечно посмотрим. Откуда там зомбари? Ты сейчас... сейчас я чего освобожу зомбари? Что за мужик с топором? Что тут вообще происходит в бункере в этом? И как раз стеклышко, на которое он наступил. И через него радиация не пройдет все равно. Посмотрим, это было бы слишком просто. Я лет 40 назад об этом подумал. Sam, can we last that long? Do we have enough food? Yes, yes, it'll be all right. We may have to ration a little, but it'll be all right. Mom? It's all right, darling. Everything's going to be fine.
Так, и снос. Снова я в командный пункт пришел. Что у нас там по радиации? Ох, она продолжает еще двигаться. Я сейчас в командном пункте нахожусь. Escape hatch must be in here somewhere. Через пожарную лестницу нужно как-то пробраться. А вон и Лев. Черчилль. Нет, это статуэтка Черчилля. А вот и Лев. Hatch. Жесть, со сломанной рукой просто. Ну, музяка крутецкая, конечно. Интерактивчик пошел. Давай, давай, мужик, ты справишься. Надо в боли корчиться, не как во многих фильмах. Здесь актер реально просто играет. Чувствуется, что у него там боль невыносимая вообще. Ну то смотря, левша или правша там же. С какой-то стороны будет, ну, больше силы. Так я и говорю, мы походу реально руку сломали для съемок. Одно из условий договора было. Мы вас берем, только мы вам руку сломаем. Ях! Держись! А, в интерактив! Фу! Я не успел! Прости, мужик. Ох, жалко, офигеть. Мужик, ты жив? Я просто руку с мышки убираю. Смотрю, как кинцо. Хач. А, он сдох, типа. Хорошо, давай еще раз. Значит, все-таки надо успеть. Ну, конечно, там высота-то какая. Все правильно. Погиб. Можно еще разок его. Шедевральную актерскую игру посмотреть. Я сижу так, смотрю ли... Наслаждаюсь на расслабоне, руку убрал с мышки, а тут интерактив воткнули. Не, ну музяк вообще супер, надо отдельно потом саунд скачать будет. Блин, она что, передвигается прям четко? Как будто реально вот сломанная рука у него. Не придраться. Так, я готов. Я готов. Так, аккуратненько, аккуратненько, наверное. Все, успел. Молодец.
сейчас на уровень... На уровень 4, по-моему, я пролез. Да-да-да, в командном пункте мы были третий. Сейчас спустился на 4 уровень. Еще так классно, с выражением тоже, с интонацией. Говорит, ну все, нам пипец. Как бы очевидно. Никто нам не поможет. Именно классно, актер тоже это проговорился. The general. Генерал. Говорит, солдатам кого убивать? Так, а дальше-то куда? Давай. Одной рукой, конечно, жестко. А, нет, все-таки на 5 уровень, значит, там мимо 4 с 3 спускались. А 5 уровень канализация была. Такой еще один люк. Снова флешбэк. Ну это этот майор, наверное, или как его? Бишоп, который там, солдафон там. Решил, наверное, всех перебить и еду себе оставить, но чисто по логике. Так, ну, у него ручка какая-то есть. Давай, сынок, помогай. Она-то успел залезть? Да, вроде успела. Фонарик. Торч. Почему ты его факелом назвал? Что он будет делать, если вторую руку сломает? Получит Оскара и умрет. Так, не получилось. Фонарик я взял? Там еще не нужно. Значит, в темноту, наверное. А! Нет, вниз он
не спускается. А зачем я взял фонарик тогда? Да ладно, это гениально. Солдатиком. Хорошие мысли о приходе опосля, как говорится. Догадался наш герой. Вот солдатик пригодился. Что-то там замок раздроблен был, походу. Может быть, стрелял туда? Мужик в маске. Так, ну фонарик есть. Можно спускаться на пятый уровень. Пополз. Че там за жижа такая? Пена просто. Что за звуки? Рык какой-то. Сейчас такой фуф, выбрался, и тут зверь какой-нибудь. Ну, походу, тут ни разу и не было-то ребенка. А, нет, они же с мамкой также спустились здесь. Что за дверь такая? Закрыто. Снова флешбэк. Ну да, точно, военный. Looking for the key. Why would I give you a way out, Margaret? You and the little rat are not going to leave. You're not going anywhere. We're all gonna die down here. John, no! Так, успел. А что ты стоишь, смотришь-то? Бей его чем-нибудь. Ну или так. Жесть. Смышленый парень. I did it. I killed him. И потом они вдвоем прожили оставшиеся там сколько, 20 лет. Походу выход, наверное.
Так, что это у нас там такое? Посмотрим уровень радиации. Так, сейчас я на... Да, на пятом уровне канализации, через нее по лестнице на выход. То есть вот по трубе, а там все уже в радиации. А зачем лезть на выход, если радиация... Ну, сверху приходит. То есть, что он там планирует-то увидеть? Какие-то пятна крови. Семь, восемь, три. Кровь такая осталась здесь. Так если я сейчас открою, там зомбик, он выскочит оттуда. It's all right, John. It's over. We're safe here. That's all that matters. As long as I'm here, I'll look after you. Nothing can hurt us now. Yes, Mom. I love you, John. I need the code. Семь, восемь, три. Не сработало, еще одна цифра должна быть. А вот и как догадаешься-то, Ника? А, 6. Maybe I can work out the code. I don't know the code. 7, 8, 6, 3. There's blood on the keypad. What's the code? 3, 6, 8, 7. Maybe I can work out the code. I need the code. 7, 8, 3, 6. There's blood on the keypad. I don't know the code. 7, 6, 8, 3. Maybe I can work out the code. The code. А, из-за того, что здесь больше крови? Пеппер, ты такой вариант предлагаешь? Но на шестерке тоже он чуть-чуть там есть. Мне кажется, вряд ли. There's blood on the keypad. Не, не 7, 8, 3. 3, 7, 8, 6. Да, подошло. 3, 7, 8, 6. Изи. Надеюсь, зомбаря здесь не будет. Сколько он здесь? Лет 10 пролежал? 20? Сколько там ребенку? Ну, лет 12, допустим. Сейчас ему 30-ка. То есть 17 лет он здесь. Трупак пролежал. Здесь что-то много трупов. Загрязнение воздуха. Немедленно покиньте бункер. Все там это умирают. Или специально этого вояка всех убил.
А где труп-то вояки? Его никто не накрывал там. Они ж просто заволокли. А вот ты я. Сейчас выпрыгивает. Ах, жизнь. Так, что-то я, наверное, здесь должен заметить, когда он головой крутит. Так, аккуратненько. Да чтоб тебя! И снова какие-то лица мертвых людей. Жесть, ползет по тропакам. Файнальс, привет. Ну да, супер сделано. Ну, чисто актер вывозит очень классно. Ну и именно последовательно нам всю историю с флешбэками рассказывает тоже. Качественно сделано. Кого ты там увидишь? Вояку? Бишева? Что ты делаешь-то? Зачем? А, он просто, наверное, хотел посмотреть, что в мешке в этом. А зачем рукой-то лезть? Жесть, у меня еще глюки какие-то идут. Что происходит-то? Что я вижу? Я тоже не понимаю. Что ты видишь? Я-то откуда знаю? О, вставали трубаки. Давай, ползи. С ключами вот сюда. Логично, там дверь центральная, в которую я не стал сразу заходить. Она, походу, была закрыта. И вот мне нужно было ключи, которые были у вояки. Теперь все связывается. То, что в эту дверь он зашел, чтобы вояки забрать ключи. И мешок он открывал, наверное, проверить. Не там ли вояка, не там ли ключи. Ох, ну проглючил его, конечно, знатно здесь. Да, может быть, из-за недостатка кислорода у него так глюки развились. Ну, плюс у него там это. Паника просто дикая. Плюс рука сломана, там боль невыносимая, там уж крыша поедет. Шесть еще рук обжег. Осторожно, горячо. Look for the hot pipe, but make sure it's the one with the warning label, John. Then open the top, be careful. Then you run back to me as fast as you can. As fast as you can, John, promise me. I promise. You've got this. You understand. You'll remember. Good boy. Be careful.
fuck, это он сам всех убил, что ли? Найти горячую трубу. Ну, по крайней мере, у меня такие предположения. Что мать его попросила залить в трубу вот эту грязь. Тем самым, ну, чтобы сыну еды там, ну, осталось. То у них нехватка продовольствия же была. А вояка это все увидел и разозлился. Говорит, what the fuck вы натворили? Хотя он ничего не заливал, просто поставил пока что. А, ну он как раз сейчас нагреет, нагреется, лопнет, наверное. Музыка вообще шикардосная. Ну и вот они спрятались как раз. Логично. Че же за мать такая у него жестокая-то? С другой стороны, она сына хотела, ну, чтобы он не умер, уберечь там, чтобы еды хватило, чтобы подольше прожил. Вроде все логично, но жестоко по отношению к другим. Come on. Come on. Какой? Зеленый давай, свобода, наверное. That's not right. Зеленый не подходит? Ну давай красный. Красный подошел. Да, и осознание еще не наступило, что он всех убил. Тут вообще не позавидуешь главному герою. Любой нормальный человек уже бы сбрендил, наверное. Come on, John.